В этом ролике у тебя будет возможность выиграть новенький iPhone. Все, что тебе нужно сделать, это поставить лайк под этим видео, подписаться на канал Autodesk и на канал Autodesk Live, а также написать свой ник в Инстаграме для того, чтобы могли с тобой связаться. Результаты будут в прямом эфире на канале Autodesk Live 15 февраля. Ссылка в описании. Доброе утро, друзья. Сегодня у нас запланирована поездка на страховой аукцион North Miami. Основная задача наша — посмотреть побольше утопленных машин, чтобы можно было более подробно объяснить, почему, с какой целью нужно ездить, проверять машины заранее, вот, в чем бывают подводные камни. Короче говоря, все самое интересное только начинается. Мы пришли посмотреть вот эту красавицу. Это Dodge Challenger. Вот у него удар в заднюю часть. Можно поменять заднюю четверть или даже, может быть, ее отрихтовать получится. Смотрим информацию. Машина заводится и едет. 17 года Dodge Challenger. Продает ее страховая компания. 27 тысяч пробег у нее. Volkswagen Golf GTI. Это как раз таки наша утопленная машина, которую мы приехали проверять. То есть сразу мы видим, что автомобиль на ручной коробке. Вот, что облегчает нам задачу по поводу трансмиссии. Да, есть определенный запах. Вот видите, друзья, в первую очередь мы вскрываем пороги. Что мы видим? То есть мы видим, что проводка вся под порогами чистая. Никаких повреждений водой нету. Ни грязи, ни ржавчины. Вот такой вот автомобиль. Выглядит все достаточно неплохо. Да, больше похоже на какой-то гидроудар. Скорее всего, машина хапнула где-то в дождь. Да, вот видите, какого цвета у нас масло. Есть примесь воды в моторе. Есть повреждения небольшие. Опять же, внутри нету как такового запаха плесени. Вот, и нету признаков таких, что вода стояла внутри. Ну вот здесь вы тоже можете видеть, что здесь рейлинги все чистые. Вот, видите? Вот, все это больше похоже на то, что эту машину просто кто-то хотел списать. Еще один наш лот, который попросили нас проверить, это Porsche Panamera. Тоже был как будто бы утоплен. По салону вроде так особо не скажешь. Опять же, нету ни такого запаха прям. Вот здесь опять же под сиденьями все чистенько. Нету никаких признаков того, чтобы в салоне вода стояла. Грибов тоже нету. Ну вот, примесь есть. Масло тоже белое, как молоко. Вот, скорее всего, это тоже гидроудар. Внутри признаков нету, что машина где-то в воде стояла, нету уровня воды, вот, и не вижу я, чтобы грязь была на вентиляторе или пыль. Друзья мои, вы не поверите, что я нашел. Это наш Mercedes, который мы ремонтировали. Вот у нас Mercedes C300 с гидроударом. Сняли мотор. В моторе дырка. Вот видите, девочка заехала в воду на нем. Вот такие вот дела. Сейчас будем ремонтировать, ставить новый или этот восстанавливать. И который в итоге страховая компания списала. Про него писали. Вот этот Мерседесик наш, видите.
Вот, друзья, пришли проверить еще один автомобиль. У нас есть на него заказ. Это Malibu 2016 года. Клиенты наши очень долго сомневались, потому что, видите, машина вся целая. Непонятно, что с ней. То есть ее продает какой-то маленький дилер. Видно, что здесь вот она была крашена, ручка была перекрашена, и вот ремонтировался квотер задний, левый. Вот, видите, сделано не очень хорошо. Вот следы от скотча остались. То есть машину маскировали. Вот. Так что вот эту часть точно делали. Дверь красили. Вот, в принципе, ничего криминального. Ну вот, вы видите следы от краски. Здесь тоже напыление. Вот, так вроде машина неплохая, заводится. Масло чистое. Все, коробка переключается. Так, в общем и целом, технически машина неплохая. Вот, если клиентов смущает, что ее уже один раз ремонтировали, это другой вопрос. Вот, отлично вообще, верхний удар, то, что надо. Лонжерончики все целые, подушки все на месте. Видите, все целое, ничего не задето, капот в смятку. Выглядит это очень страшно, но все это детский лепет. Вот видите, здесь продаются не только автомобили, тут продаются лодки. Смотрите, какие симпатичные. Тут продаются мусоровозы. Тут продаются дома на колесах, рефрижераторы, грузовые машины. Еще одна машина клиента, который попросил нас проверить. Это вот Mercedes CLA 2015 года. Машина утопленник. Что мы видим здесь? Мы видим сразу же крюк приделан, то есть эту машину тащили. Повреждений никаких нету. Открываем. О, да. Вот видите, вот это типичная машина. Утопленник. Вот вы видите грибы. Сиденья все, все в грибах, и этот жуткий запах. Этот запах, боже мой. Вот вы видите, все в грибах. Вот. Тут сразу все понятно с этой машиной. Так, что тут? Ух ты! Ничего себе! Вот это да, кто-то оставил тут свой телефончик старый. Вот, ну ладно, будет в нагрузку клиенту, который купит эту машину. Тут тоже все видно, на доске приборов живого места нет. Вот что мы видим под капотом Мерседеса. Масло с примесью. Вот, то есть вода в двигателе точно есть. Здесь как бы нету явных признаков затопления, что машина в воде стояла. Может быть, машину оставили открытой. Вот, открытые двери, открытые окна, и машину подзатопило. Вот эта вероятность есть такая. У нее живой аккумулятор. Ага. Все ясно. Машину мы не заведем. Но так, друзья, можно потратить целый день. Ходить по этому огромному аукциону,